Река Пехорка – природная граница поселка Томилино и Красково. С одной стороны живописная, с другой – опасное место для рыбаков. Это охранная зона воздушных линий электропередачи. И любители рыбной ловли, и отдыхающие должны строго соблюдать здесь правила безопасности. В настоящее время мы направили информационные письма во все общества рыбаков-охотников Подмосковья с целью предотвратить несчастные случаи и провести разъяснительную беседу с членами своих обществ. Я с Москвы. Заядлый рыбак, решил приехать попробовать. Вы знаете, что здесь опасно рыбачить, что вот линия ЛЭП здесь рядом? Да, и знаю. Вот даже вон крест стоит, здесь люди гибли и гибнут. Да, знаю, местные жители ходят, рассказывают историю. Однако далеко не все рыбаки обращают внимание на запрещающие таблички и провода. Кажется, что они далеко и высоко, поэтому не смогут причинить рыбаку никакого вреда. Знаете, что ловить здесь опасно рыбу? Да, знаю. Ну а почему ловите тогда? Клев хорош, а вам какое дело? Сами по себе линии электропередачи безопасны, но человек даже ненамеренно может спровоцировать несчастные случаи. И здесь они случались неоднократно. Рыбаки часто используют телескопические удочки, длина которых более 6 метров. Примерно такое расстояние от проводов до поверхности земли. Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. Кроме того, опасным может быть материал, из которого она сделана. Например, углепластик проводит ток, поэтому использовать такой арсенал для рыбалки нужно очень осторожно. Для наглядности хочу показать удочку после последнего несчастного случая, которая вот обычная пластиковая удочка превращается вот в такие лохмотья. Работники службы ЛЭП регулярно проводят профилактические рейды по излюбленным местам рыбаков. Но одного их беспокойства недостаточно. Перед тем, как приступить к рыбалке или отдыху воды, лучше убедиться в том, что рядом нет линии электропередачи. Это может спасти вам жизнь. Удочка – это проводник электрического тока. Касание проводов и даже приближение удочки к ним вызовет травму, термические ожоги и повреждения внутренних органов. Рыбачьте с головой, берегите свою жизнь и свое здоровье. Марина Еремина, Сергей Григорьев и Андрей Милентьев для программы «Городские вести».